Друзья, я иду вместе с Ирой. Привет. Это Ира. Вот, все. Ну что, всем привет. Сегодня 30 октября. В Нью-Йорке сегодня пасмурно, зацените на небо. И у меня сегодня 3 встречи с 3 прикольными людьми. И я вам кусочки покажу этих встреч, если они будут не против. Вот, все в порядке, все хорошо. Друзья, мы гуляем с Ирой. И мы пришли в библиотеку Нью-Йорка, чтобы посмотреть на Винни-Пуха. Короче, ребята, оригинальный Винни-Пух. Оригинальный пятачок. Господи, у них в глазах такой тлен. Все тлен. Ира, короче, пошла домой, и я сейчас встречаюсь с Толиком, я тоже с ним не знаком лично, еще как раз познакомимся сейчас, я пока жду его здесь на 54-й и 5-й авеню, он должен подойти, я вам пока покажу вид этой улицы. Включил, она теперь снимает. Она уже снимает? Да, сейчас снимает. Прямо вот тебе будем резать надо, да? Да, да, я потом это буду резать. Не совсем я, это Артур будет резать. Артур, привет. Привет. Короче, друзья, всем привет еще раз. Нет. Друзья, мы теперь с Толиком. Это Толик. Вот. Не знаю, что сказать еще. Привет всем. Привет Ярославлю. Да, Толик тоже из Ярославля. Кто из Ярославля, всем двойной привет, друзья. А мы в Нью-Йорке. Видели тот бар, да, который называется минус 5 градусов? Короче, фишка в том, что это ледяной бар, в котором лед, и там на входе висят всякие какие-то пальто, шубы и так далее. Сам ни разу не был пока, только слышал о нем. Вот, ну, в общем-то, это он там был. Продолжаем. Итак, следующий гость сегодня у нас это Сергей. Привет. Это Сергей. Вот, и мы сейчас с ним будем тут гулять и болтать. И может быть когда-нибудь я вам покажу район, в котором он живет. Ты хотел показать. Да. Как он называется? Вашингтон Хайтс. Район, в котором, кстати говоря, я жил уже в 2007 году. Я уже надоел всем с этим районом, наверное, я уже показывал. Совершенно случайно, короче, в поисках еды мы с Сережей вышли на Таймс-сквер. Я вам заодно покажу ее в ночном антураже. Здесь что-то, короче, гигантское строят и ремонтируют. А вокруг все светится огнями. Светится огнями. Представьте, что будет, когда будет Крисмас здесь. Вот даже сейчас уже вот такая штука. А что же будет, когда будет Крисмас? Я не представляю. Будет офигительно просто. Короче, обращались мы с Сережей. Небольшую сейчас скажу историю про нью-йоркское метро. Вот позади меня как раз вход в метро на станцию. И я сейчас зашел в этот вход. Точнее, сперва я зашел вот тот вход, который находится на той стороне. И он едет как бы не туда, куда мне нужно. Он едет в даунтаун, то есть вниз.
И мне там чувак, который работник, он сказал, тебе нужно перейти на другую сторону улицы, чтобы зайти и сесть туда, куда тебе нужно. Я такой, окей. Я пошел, перешел улицу, нашел другой вход, и этот вход оказался тоже в... Блядь, никого нет. Нашел, короче, в даунтаун, и только здесь потом понял, что нужно в автоун. Короче, вот такая история.